Пилерии Хадзуазара Юртаджа лекция Дабхе Турыстылапе политолог Гайтна политикать процесс кори специалист Сергей Маркедонов. Яра Кавказ яхятана Курыстыла политика темала дыпхглет, а политолог изныком Куапсны датахет республика из гостатья Куамачимка и Юхет. Было знакомство с Абхазией, и этот опыт делю на несколько частей. Еще детский совсем. В советское время это опыт ребенка, наверное, восторженного какой-то экзотикой. Потом был период, когда я учился на ИСТФАКе и начинал задумываться над многими вещами. И много неудобных вопросов появлялось, в частности, почему вдруг маленькая республика блокирована. И вот эти вопросы неудобные, они как тогда стали появляться, так до сих пор и остались. Ну вот уже сколько, лет 30 пытаюсь на эти неудобные вопросы отвечать, более или менее. Отвечать вроде бы научился, а вопросы неудобные остались все равно. Сергей Маркедонов язгует это дунея чагатагла заширлась над шапсаху, ахуя политолог Шарусу Рагишанопшва. Мы немножко являемся заложниками сегодняшней повестки, то, что Фернан Бардель называл временем конъюнктуры. Иногда надо смотреть на длинное время для того, чтобы понимать предпосылки многих явлений. Турбулентность была всегда. Во время наполеоновских войн ее не было. А Первая мировая война разве была не в турбулентной обстановке? А Великая Отечественная или Вторая мировая, если говорить шире, а Холодная война? Меняется, конечно, то, что та архитектура, к которой привыкли, расстраивается. Мы говорим о рождении в муках новой системы международных отношений. Мы видим, что даже если приземлиться вот более к нам близким вещам, Кавказ, мы видим, как меняется то, что еще 2-3 года назад, ну, казалось незыблемым. Я любой доклад начинал 5-6 лет назад с того, что Россия и Армения – стратегические союзники. Можно сейчас безоговорочно эту формулу принять? Ну, как минимум нужны оговорки. 5-6 лет назад я говорил о Грузии как абсолютно последовательной пронатовской стране. Можно сейчас так говорить? Тоже нужны уже оговорки, определенные, так сказать, нюансы и так далее. Этих нюансов становится много, их надо учесть по возможности, уйдя от какой-то упрощенной картинки. Это крайне важно. Апсны пиахюнткаррад университета чья артхойт Москва пиахюнткаррад жиларбжарад пиаизыг азаща кор института школ, а бриат пиаипылара жирыла ехета университета ректор академик Олег Огорамия. А школа шатала института профессор рцайрад пиаилазара хейцер дыру адзарава, а политолог цвып гылалойт. Жиларбжарад пиаизыг азаща кваха глобал пиэкономика хаамтас пиа конфликт коуха хирула цажалойт. Амразарандеп халыксан бхаа хапсуателя хуапшра.